Эх, хорошие были просмотры батарейки от Приуса. Друзья, всем привет! В связи с этим отличным событием у нас сегодня бонусное видео. Осталось три штуки абсолютно мертвых батареек. Я их зарядил до талого. Подготовил для испытаний два вот таких провода и резистор. Проводами мы будем замыкать на коротко либо через резистор. Смотреть, что происходит, измерять токи. Либо будем замыкать просто проводами. Опять же, смотреть, что происходит и измерять токи. И вообще засекать время, сколько что выдержит, взорвется, не взорвется. Хочется замкнуть их на коротко. Еще раз повторяю, я их очень хорошо зарядил. Не пожалел электричество, даже сверхмеры. Они немножечко поднадулись. Можно заметить. Но не сильно, не чрезмерно. Итак, первый опыт у нас будет на долговременную мощностную нагрузку через резистор. Не 3 секунды, как раньше, а чуть-чуть побольше. До последнего. Надеюсь, резистор не расплавится. Он мне нравится. Раз клемма, два клемма и резистор. Электросхема очень простая. Нужно хорошенечко закрутить, дабы не перегревалась вот в этих местах. Шо? Батарейку от Приуса? Шо, взрывать? Да я тебя сейчас! За такое они бы еще походили бы! Очень красивая и элегантная схема получается. Но оно вы же знаете, все гениальное просто всегда. И, кстати, друзья, если кто-то думает, бывают такие что такие вещи набирают много просмотров, и, например, я это ради просмотров делаю, вы ошибаетесь. Такие вещи на моем канале набирают крайне мало просмотров. Но есть интересующиеся люди, в их числе и я, которым все-таки нравятся такие штуки. Вот именно поэтому я это и делаю. А большие просмотры мы на серьезных вещах наберем. Ага! <сосква> Уже начал шизить. Короче... <сосква> вещь работает. Это, если что, замыкало без резистора, потому что тут маленькое сопротивление. Сразу идет напрямую, через одну планку. А мы пустим вот так, зигзагом. Надо сюда прикрутить. Судя по искрам, наша система готова к экспериментам. Будем измерять с вами, друзья, все параметры, потому что лаборатория у нас очень мощная и очень серьезная. Ток будем измерять токовыми клещами. Судя по прошлым комментариям, я понял, что многие не знают о существовании токовых клещей, которые измеряют постоянное напряжение. Вот это как раз таки они. Оставлю ссылочки на них в описании, друзья, для тех, кому оно надо. У меня есть и для переменки токовые клещи, как есть и у многих. Но таких, наверное, у многих нет, потому что они обычно в три раза дороже стоят. Это, наверное, один из самых дешевых. Работает он, кстати, неплохо. Уже у меня около двух лет. Мне советовал подписчик купить такие себе в хозяйстве. И я, честно говоря, несказанно рад, что они у меня есть. Ну, в общем, смотрите. Здесь диапазон 440 ампер. И есть АС и ДС. ДС это постоянный ток. Вот и все. Вот так закусываем один из проводов и будет показываться ток. Конечно, 400 ампер мне уже маловато, честно говоря. Мне бы до 1000 ампер. Ну, что-то не подумал я раньше об этом. В общем, ссылочка в описании. А я хватаю систему и мы идем на улицу ее тестировать. Ибо здесь мне что-то боязно. Такое чувство, что оно может подпортить воздух в мастерской. На улице завечерелось, но ничего. Лучше будет видно, как раскаляется резистор, если он раскалится. Какие-то беленькие мушки маленькие летают. Романтика. Все показания на экране, и их хорошо видно. Здесь у нас вольтметр, ну а здесь амперметр. Полетели, у нас всего одна попытка. Замкнул. 150 ампер пока. Время на экране. Резистор поднагрелся, но пока не пшикает. Все еще 115 ампер и 4,2 вольта. Ток и напряжение стремительно падают. Батарейка потихоньку надувается. Прошло около 2,5-3 минут. И что мы имеем? 0,7 вольта, 18 ампер. На батарее надулся очень сильно средний элемент. Такое ощущение сейчас бомбанет. Тепленькое все. По краям холоднее. Считается, что элементы Приуса умирают к середине гораздо быстрее. То есть они вот так в ряд стоят, их много, и в середине умирают быстрее. Предположительно из-за нагрева, я так думаю. Точно так же и каждый элемент деградирует, получается, быстрее в середине. Видите, вот этот надувается сильнее всего. А по краям вроде бы как более-менее нормальные. Так, что тут у нас? 8 ампер. 0,35 вольта. Ну резистор выдержал. Резистор, можно сказать, мое почтение. Роскошный. Не нагрелся он до красна. И хорошо, потому что я надеюсь, он долго будет жить. Я думаю, опыт с этим элементом закончен. Теперь будем замыкать накоротко. Так как она не рванула, поставлю на зарядку и попробую зарядить. Осталась ли в ней жизнь? Как вам, друзья, такой тумблер, когда замыкаешь и закручиваешь болтом? О, шипеть начинает. Ладно, раз уж я ее решил заряжать, не буду добивать. Все-таки мягкая разрядка 150 амперами и жесткое подключение на коротко это разные вещи. Ставлю на зарядку. Здесь цепь еще более упрощенная, более элегантная, так сказать. Да и работает безотказно. Соединять болтом, как вы поняли, не получится ее. В качестве тумблера здесь будет струбцина быстро зажимная. Так, хлоп и все. Больше всего интересно посмотреть, какое будет падение напряжения на таких толстых проводах. Сможет ли очень мощный элемент от Приуса, очень высокотоковый, как мы выяснили, создать хоть какое-то напряжение на этих концах. Ну и ток, конечно, интересно. Да все интересно. Ладно, друзья. Эх, вот это эксперименты пошли на канале. Как же замыкать то его? А? Нужна третья рука. Погнали. Давай, давай. Все. Не, не все. Что такое? Все. Все, все. Ток зашкалил за 400 ампер. 0,14 вольта. Отходим. что-то тихо, мирно так. Не, что-то Ток зашкаливает. шипит. О. Пошло. 0,2 вольта. Я как надулась. Вольтаж увелит. Ток держит. Ты смотри, больше 400 ампер. Блин, бомбанет чувствую. Вот это, видишь? бомбанет, бомбанет. Вот. чувствую, бомбанет. Да, да они все повздувались. Ток все еще 400 ампер. Свер... Свыше, точнее, 400. Понадулись. Моща. Хороший элемент был, похоже. О, ток падает. Ток падает, все. 350. А только на монтаже, друзья, я заметил свое фиаско. Я перепутал диапазоны. Поставил не 400 ампер, а 40. Но это ничего страшного. Ток у нас начал показываться при 200 вольта. А остальные значения мы можем посчитать по закону ОМА, так как сопротивление резистора, то есть вот этого куска провода, оно неизменно, он не нагрелся, значит сопротивление его было постоянно. И вот смотрите, что было. В среднем было 0,25 вольт. И в сравнении с 0,2 это получается разница более чем в 10 раз. То есть 400 ампер в среднем он выдавал большую часть времени. Ну а на старте эксперимента прыгнула до 0,45. То есть еще в два раза больше. Получается, около 800 ампер точно выдавал элемент кратковременно. Потом сбросился быстренько до 400 ампер и долго на 400 амперах сидел там около минуты. Это очень жестко все равно. Но, к сожалению, в цифрах вам не удалось показать. Такого живого элемента больше нет у меня. 60 ампер еще. Нет, 6 ампер. Ток вообще слился. Дальше смысла особого нет. Можно разъединять. Это что вообще такое? А так, друзья, выглядит перегруз. Элемента бетари от приуса Выглядит довольно выглядит довольно эпично и пугающе. 108 градусов показывает. Но выдержал, выдержал, это очень удивительно. Я прямо поражен. Интересно, если бы он был спрессован вот так, как и положено, стянут стяжками, как бы тогда было. После встряски первый элемент наш уже набрал 2600. Плюс 500, которые мы изначально подзарядили, уже больше 3000. Получается, что этот элемент уже не так уж-то и плохо. И он продолжает набирать, и у него всего лишь 8,25 вольта. А раньше я до 8,4 заряжал. Очень странные дела какие-то. Неужто он подвосстановился после такой встряски? Это что же получается? И этот, может быть, уже неплохо работает? Да он новый! Думаю, надо прекращать заряд, потому что как-то стало поддувать его опять. Ну и я, конечно, обязан вам напоследок показать, как будет заряжаться вот этот. Так что ставлю на зарядку пока теплая. Если сдуется, я, если честно, расстроюсь. Она мне нравится, как выглядит. Я бы ее всем показывал. Зарядилась таки она немножко. 8,3 вольта уже показывает. И 1 ампер часа, 1,1 даже. Уже есть. Но она начала потрескивать. И я решаю прекратить заряд. Все-таки баночка подумерла. Чудо не произошло. А вообще, друзья, вот это просто детский лепет по току и по мощности по сравнению с тем, что у меня есть в наличии. И рано или поздно у меня руки дойдут до тестирования этих элементов. Они весят по 40 килограмм, по-моему, каждый. И они просто безумные, друзья. Так что обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить это. Не люблю, ребята, недоделанность и недосказанность, поэтому прицепил еще один элемент. И мы замкнем и его. Все-таки, мне кажется, что-то должно произойти. Потому что я слышал, что взрываются они. Давайте попробуем вот этот элементик восстановленный бабахнуть. Здесь 2,5 ампер часа. Считай рабочий элемент, как оказалось. начинает трещать. Раздувается. Все-таки бабахнула она. Стрельнула. Вот этого, наверное, вы все и ожидали. Пузырь надулся довольно-таки сильно. Горячая. Даже с копотью. Вот так. Ну все. Ну что ж, у меня на этом, пожалуй, что все. Кому было интересно и самое главное, дико полезно, подписывайтесь на канал. Поддержите лайком. Всем пока, друзья. До новых встреч.